Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Я знаю, что мы должны сегодня играть за растения, но я, ребят, не могу подбить мозг атаку, потому что у меня за растения нет эпических карт и легендарных. Поэтому сегодня будем продолжать играть за зомби. Надеюсь, что у нас что-нибудь получится. Враг с лютыми кулаками. Окей. Будем играть за разгрома. Надеюсь, у нас что-нибудь да получится. Окей, значит, в принципе, неплохо. Вот это вот только надо поменять. Отлично. Стартовая рука у нас уже с тобой есть. Поэтому давай начнем вот с этого. Будет призов у нас карты. Вполне устраивает меня. Так, начало хода 1 плюс 1. Значит, нам сюда придется кое-кого поставить. Я уже знаю, кого. Так, у него становится 2-2, да? Наверняка будет усилять. Мне почему-то так кажется. Поэтому давай вот так вот сделаем с тобой. И можно выставить еще охотника. Погнали. Так, растение получает плюс 2 и становится неуязвимым. Зашибись. Так, охотник, ты будешь ловить его? Лови, лови, лови вот этого. Молодец, красавчик. А вот здесь, к сожалению, мы потеряем с вами бойца. Так, как нам его... Мы можем, в принципе, применить с тобой магию. Уже бесполезно. Это уже, друзья мои, бесполезно. Сейчас я кое-что хочу сделать. Если успею. Посмотрим, что он делает. Окей, окей. Ладно, пока терпимо, друзья мои. Куда мы этого можем с тобой отправить? Да я даже не знаю. Этого можем вот сюда сместить, да. Этого мы сюда смещаем. Так, челюсть у нас минус один делает. А этот... Ох, вот этого мы убираем отсюда. Бабах. И слушай, в принципе, неплохо, ребят. Мы этого уничтожаем. Здесь идет обмен. И два в лицо он получает. Плюс у него срабатывает защита, и он вытягивает себе две карты. То есть делает добор. Жук хитрый. Так, у нас зомби в помойном ведре. Ну, давай сюда вот поставим. Если что, у нас есть челюсти. Ага. Вот как он сделал. Мы его убиваем, получается, да? И давай-ка мы, наверное, с тобой вот так сделаем. Любой враг, который будет перемещаться сюда, будет получать минус один к здоровью, да, по-моему, и к атаке тоже вроде бы. Так, окей, 15 хп мы ему оставили. У него, конечно, карт в руке просто куча. Ну что, пропускаем ход. Смотрим, кого он тут будет выставлять сейчас. Ага, давай, давай, иди сюда. Давай, давай. Ну... Все, никого даже не смог улучшить. Мы его даже еще подобьем. Хе, вот так вот. Погнали. Так, опять у него срабатывает защита. Не знаю, что он там вытянул себе. 12 хп. Рука у него, конечно, полностью забита. Мы с тобой выставим вот этого вот. Слушай, ну он неплох, у него там и безумие, и прочерк. Че там только нету. Он сейчас наверняка будет его уничтожать. Мне почему-то так кажется. Сейчас любое растение поставит, оно сместится вот на эту линию. Мне, конечно, хотелось бы... Давай, давай, иди сюда. Сюда, роднулечка. Жить, смещайся. Так, а вот это вот что у нас тут? Опа-на. С какого вдруг ты перепуга мне тут все испортил? Этого подбить мы не сможем, да, получается? Ох ты, не кисло, кстати, мы сейчас побомбашили здесь. Эх, бедный охотник. Оу, привидение. То, что нужно, ребята, то, что нужно. Давай вот этого мы отсюда уберем. Восстановили себе здоровье. Точнее, атаку. И ждем дальше, какой он будет прогресс. У него, кстати, еще один щит сработает. Мы его добить не сможем с тобой. Так как у него всего две атаки, да? Две бронечки и все. Это ерунда для нас, я считаю. Если он, конечно, бонусную атаку не сделает. А у него такая карта может быть.
бонусную атаку он делает вот на этого. Вот ты смотри, что жук творит. Я могу его, наверное, да, я могу его уничтожить. Окей, друзья мои. И применить. Нас это, конечно, не очень сильно спасет, но давай, наверное. Блин, неохота менять. Давай здесь поставим. Затмение. Этого мы в любом случае сейчас подобьем. Тут обмен будет. И он получит. Защита сработала, что он там? Две единицы урона всем. Ну, это, конечно, хорошо, он потратит, но добить всех не добил. А мы-то ему, ребята, сейчас пропишем. Все. Двойной прочерк, то, что нужно. Друзья мои, мы победили травяной кулак с вами. Это был первый наш бой. Ну что же, неплохо. Так, мы еще получаем с тобой 10 гемов. Ух, это только начало, это самая первая миссия была, и мы переходим на вторую. Будем также играть за разгрома. А вот Цитрон, это плохо. Цитрон может нам здесь подпортить, так сказать, жизнь. Поэтому нужно аккуратненько здесь выбирать. Спортсмен. Во, вот такую колоду я себе ставлю. И приступим. Вот это, конечно, у него что есть неуязвимость. Это очень-очень сильная карта. Так, вызвал, да? То есть мы получаем 2 в лицо, он всего лишь 1. Смотри, да? Я нанес ему 1 единицу урона, он мне нанес 2. Сколько я ему, да, отнял? И сколько он мне? Как это работает? Я ему всего 1 единицу урона. По идее, должен быть один бокс работать. Непонятно. В общем, вызываем призрака, уничтожаем с тобой вот это вот растение. И смотрим дальше, что он тут будет делать. Опять он вызвал этого чудика. Оу, еще и фасолину призвал. Смотри, сколько у него и сколько у меня, ребята. У меня щит быстрее сработает. О, кстати, неплохая карта. Давай мы его поставим сюда. И вот этого сюда. Может быть, конечно, не надо было его тратить, потому что фиг знает, может, у него там орех есть. Но он вызвал. Взял своего и убрал. Взял своего и убрал. Поехали, ребят. Всего 2 в лицо он получит. Плюс у него, конечно же, стопудово это была неуязвимость. 100% тебе говорю. Я могу поставить. Слушай-ка, ну тут, в принципе, есть. Есть с чем нам с тобой ответить ему. И также есть 2 магии, которую мы можем применить на следующем ходу. Любого, кого он поставит, да, до 4, конечно. Или свыше 4. До 4 атаки мы можем уничтожить. Этого можем вообще раздавить шаром. Он размещает сюда стен орех. Естественно, берет карту. Неуязвимость получает у него все растения. Офигеть. Вот это плохо. Ничего тут абсолютно я делать не буду. Пропускаю просто тупо ход. Да. Но он потратил шикарную карту, между прочим. Ох, кто мне тут выпал, ребята? Кто мне тут выпал? Ну-ка, давай ему тут энергию немножко понизим. На 2 единички. Много ли он поставит на 3 энергии тут растений? Задумался. Короче, этого уничтожаем. Этого тоже уничтожим. И останется у нас только лишь 2, получается, да? Что тут? Мину влепил. Стебель. Слушай, а я мину не могу уничтожить. Ё-моё, друзья мои. Минус. Да. К сожалению. Так, здесь. У него, получается, 3 карты, да? Плюс этот орех противный. Ну что же, давай тогда мы с тобой, наверное, поставим вот этого сюда. Охотника я поставлю сюда. 3 энергии у нас с тобой еще есть. У него, правда, карт побольше в руке. Что он там сейчас будет вытворять, ума не представляю, ребят. Но кого-нибудь поставит, мне кажется. Так, орех. Прикрылся. Орех я раздавлю. Опять эту редиску вызвал, а? Кого он там убирает?
Смотри, что делает, а. Короче, мы с тобой убираем этот орех. И, наверное, я не знаю, стоит ли нам... Хотя, подожди. Мы с этим можем разобраться. Мы с этим... Так, он получает 3 к здоровью, да? Окей, поехали. Ну что же, минус. Так, один в лицо. Опа-на. Так. Еще пока живы, еще целы. У него 4 карты в руке, а у меня всего лишь 2. Рестлер, давай-ка иди сюда. Поехали. Так, здесь обмен тупо произойдет у нас. У него 11 хп, у нас с тобой 14. У нас работает еще защита, и мы получим с тобой карту. Оу. Так, ну вот этого я уберу, это однозначно. Вот этого вот гаврика, чтобы нам уничтожить морковь. Только ради этого все делается. Ну что, понеслась? Так, здесь уничтожили, и морковь тоже мы должны подбить. Ох ты! Не подбили, ребята, тут от этого стебелька был шок. И сейчас тогда мы получим с тобой в 5 в лицо. Или нет? Нет, не получим ничего. Неуязвимость. Мне здесь нечего поставить, ребят. У меня одна магия пошла. Безумие и неуязвимость. Этот фрукт еще 5 в лицо даст. Опа-на, еще морковь вызвал. Чего? То есть мы получим с тобой 15 в лицо? Блин, ты серьезно, что ли? Давай безумие хотя бы влепим сюда. 15 в лицо, ребят. Выживем ли мы? Вот в чем вопрос. У него защита. Так, превращает в случайного зомби. По-моему, нам хана, друзья мои. Кошатница. Да. Нас здесь разбомбили. К сожалению, ребята, я пытался. Откуда он взял вот эту вот морковь, а? В конце 3 штуки. Ну что, друзья, действительно, лютый враг у нас с кулаками, да? Особенно Цитрон. Я так и знал, что с ним не будет все так просто, как я ожидал. Давай тогда сделаем чуть-чуть по-другому. Эту мы, наверное, с тобой уберем. Окей. Так. У него, ты заметил, очень много грибочков маленьких. Начнем вот так вот. Поехали. Оу, карта неплохая, кстати. 2-2. Смотри, что делать, а. Как ни крути, мы все равно получаем 2 урона. Оу, солидная карта нам выпала, кстати. Очень хорошая. Окей, давай вот так сделаем. Главное, чтобы он не делал себе добор. Команду поставил. Слушай, зачем он... Что? Ага, все растения становятся неуязвимыми. Слушай, он этот орех бережет, а для чего? М? Так. Окей, все равно мы ему все-таки 2 в лицо зарядили. От всей души. Слушай, мы можем с тобой... Давай вот так сделаем. Этого, конечно, нам уничтожат. Ё-моё, еще и рикошет. Своего же, да? О, спасибо тебе, дружище. Сыграл мне на руку. Безумие, я думаю, бесполезно здесь ставить. Хотя мы можем сделать... Вот сюда вот поставим. Да? Портал этот. Потеряем, конечно, этого менеджера с вами. И эту карту тоже потеряем. Так. И еще 2 в лицо. У него срабатывает защита. Я больше чем уверен, что там опять какая-нибудь неуязвимость у него выпала. Мне нужно дождаться вот эту карту, ребята. Срочно. Так, давай я вот сюда, наверное, поставим. Все вытянутые карты получают 1 плюс 1. Это то есть мы с вами, если получаем карты, да, они у нас будут улучшаться. Ну давай, что ты там делаешь? Думает. Почему-то у меня карт мало, а у него в руке еще полным-полно. Разброс. Вот этот ты парень, вот сюда иди, пожалуйста. Вот сюда. Да-да-да-да-да, давай. Но у него атака-то какая? Сплошная. Поэтому этого тоже он уничтожит. Верно? Он так и сделает, ребята. Смотри. Бумс.
Вау, он еще и выжил. Упс. Так. Давай тогда мы с тобой... Слушай, все зомби получают... Ох, отличная, кстати, комбинация. Этот получает 2... А, 4-5, этот 7-7. Ну-ка. Сейчас, наверное, какую-нибудь бомбочку звезданет, да? Он ведь может, у него там целый клондайк. Но у нас вот эта карта есть. Если мы ее выставим, все зомби получают на... Твою же налево. Еще и мину влепил. О, печально. Три в лицо нам прилетает. Давай, давай, давай. Ах, ты не можешь атаковать, да? У тебя нету два раза. Ага. Вот, ребята, что нам поможет. Неуязвимость у нас сейчас будет. Поэтому этого мы в любом случае, наверное, забомбим. У нас, правда, ноль энергии. Я не могу воспользоваться ни одним из заклинаний. Да нам, наверное, этого и не нужно. Так, давай неуязвимость мне, пожалуйста. Прикроется, а? Ты посмотри, что он сделал. Он прикрылся, ребят. Да ты заколебал, ты... Тоже неуязвимость влепил, ты прикинь? Ребят, ну мы тоже с вами неуязвимость ставим, так что... Погнали. Так, получил. Этот выжил. Не тут-то было, парень. Не тут-то было. У него три карты всего. Значит так, что мы с тобой сделаем? Сюда нет смысла, да, ставить? Пускай лучше, наверное, хотя, на ребята... Или вот сюда лучше влепить. Давай сюда поставим. У нас есть заклинание. Вот это усиливает, по-моему, нашего зомби. Но это, вы сами знаете, это безумие. Безумие я могу влепить сюда. Опа. Мы еще и орех сместили. Так, сколько здесь дает? Плюс 3, плюс 3. Плюс 3, плюс 3. Блин, как-то... Ну вот сюда я могу так применить. Плюс у нас с тобой безумие. Вау. Отлично. И, наверное, я вот сюда влеплю. Ну что, ребята, я думаю... Нет, ему не кранты. К сожалению, он еще выживет. Хотя уже вряд ли. Уже вряд ли он выживет, потому что, друзья мои, мы убрали. Атака у него срабатывает, защита. И добивочный. Фух, цитрон свое отплясался. Отлично, ребята. Вот когда есть в колоде за зомби всякие карты, да, типа там элитные, эпические, совсем другой идет вопрос. А когда за растения таких нет карт, естественно, нас и разбирает. Ну что, поехали дальше. У нас опять травяной кулак со своими кулачками. Его массовая атака, конечно, очень бесит. Ох, ё-моё, что у нас тут есть-то хорошего? Смотри, я, наверное, его оставлю. Поехали. Начнем с менеджера. Давай карту вытягивай. Отличная, кстати, карта выпала. Но наносит две... Блин, каждому. А зачем он? Вот зачем он это делает? Сколько? 12 здоровья? А чё так люто-то? Он на 8 мне бомбанул. Как так-то? Хе. Фига ты, парень. Ну, кого ты там выставишь? Я этого подбить не могу, но понизить ему атаку до ноля — это всегда пожалуйста. Так, ну что, все, взгрустнул? Парнишка, нет? Еще пока. Ага. Не могу ничего пока выставить, друзья. Так, растение получает плюс 3, плюс 3. Здорово просто. Выкрутился. Давай вот так вот сделаем, наверное, с тобой. Я не знаю, хиляться? Нет, пока не буду. Пускай думает, что у меня нету ничего. И хильнуться я, естественно, как будто не могу. Выпал мне сумоист. Что ты там? Ёп, просто тихо ты. 6-10. Ты серьезно?
Фига ты разросся, парень. Это что такое? Это что за карта, ребята? Я такое ни разу еще не видел. Ну, 6-10, это он будет каждый ход расти, я так понимаю. Причем, ну-ка посмотрим. Получает 1-1 при использовании сверху. При использовании сверху. Так, капуста сюда. У него орех. Блин, ребят, плохо дело. Бедный йети, мы его потеряли. Твою же налево, что делать-то будем? Неужели еще вырастет? Да ну иди ты в пень, блин. Так, когда растение использует прием, получает 1-1, перемещается на случайную линию. Прием. Так, ну я, предположим, сюда поставлю. И вот сюда. У меня пока нет, ребят, других вариантов. Офигеть, если он по нам звезданет, мы сразу отдуплимся. Откуда? Блин, если бы я знал, что вот этот вот... Он еще и перемещает его. Нет, 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 нет. А, все, спасибо. Хорошо, что ты переместился сюда. Так, этот грибок сюда перемещается. У нас с тобой есть отхил. Хиляемся. Что ты, блин? Ну, конечно же, он еще вытягивает две карты. Травяной кулак. Ай. Ой, это что такое было? Ты куда переместился? Зачем ты? У нас 3 хп, друзья мои. Всего лишь 3 хп. Не, ребята, это нереально. Ты посмотри, что делает. Амфибия, безумие. Как вот этого чудика мне подбить? Ты объясни. Ладно, поставим так и вот сюда. Поехали. Этого, если что, я сумоистом притяну. Если он, конечно, сюда кого-нибудь не поставит. Хотя мы можем его в любую точку переместить. Пипец, конечно. Да, травяной кулак меня здесь, по-моему, ушатал, ребят. 24-30. У меня нету, по-моему, здесь ни одного заклинания, да, чтобы я мог его уничтожить. Так, вот этого придется нам куда-то с тобой смещать. И, наверное, это под сумоиста пойдет все дело. Да, это трындец. Просто жесть какая-то. Он все равно будет увеличиваться, ты понимаешь? Он сейчас получит 50 там. Да почему он растет? Почему он растет? С какого перепуга? Там же написано было сверху, но он же не сверху, не жиша, ребят. Трындец. У меня нет выбора, только вот так вот ставить. Поехали. У него 7 энергии плюс полная рука карт. Кстати, нам, наверное, надо будет на разгроме что-нибудь поменять. Нам нужна будет такая карта, которая может уничтожить растение. Все, по-моему, приплыли. Хотя нет, мы его сместим. Что там? Куда он его перемещает? Все. А это, ребят, по-моему, кранты. Да? Или у нас все-таки сработает защита? Как ты думаешь? Тяжело устоять, конечно. Сработало, да? Окей. Ну давай вот так вот сделаем. Он же, по-моему, два раза, да, атакует? Раз и два. Вопрос теперь в другом. Как мне вот здесь вот... Чё он творит, а? Чё он, друзья мои, творит? Это просто лютость какая-то. Давай сделаем так. Стоит ему переместить в другую точку вот это вот растение. Все, ребят. Оу! Слушай-ка! А еще не все потеряно, друзья мои. Я могу любую карту ему отбить. Я вот этого сейчас и сброшу. Вот у меня здесь, видите? Так, он сколько? Да? Подожди-ка, чего? Стоимостью на 2 меньше. В плане на 2 меньше. Да иди ты...
По-моему, ничего у нас не получится, друзья мои. Все равно 5 в лицо получим. Чуть-чуть нам не хватило здесь пробиться. Совсем капельку. Он выставил все-таки вот этого ханурика. И у нас фейл. Блин, а победа была так близка. Так, ладно, давай переиграем. Травяной кулак. Блин, погнали. Значит, будем знать, что вот это растение, которое он выставляет, да, которое апается с каждым ходом, надо уничтожать в первую очередь. Во что бы то ни стало. Просто надо его истреблять моментально. Так, давай, рестлер, выходи. Че он там выставлять будет? Наверное, свой этот... Нет, ничего не стал. Странно. Очень странно. Так, две энергии. Ага. У нас есть с тобой шар. Стоит ли тратить, а? Сюда или не стоит? Давай мы, наверное, вот так лучше сделаем. Поехали. А он же может его усилить, да? Он же, по-моему, может усилить этого чудика. А ну-ка попробуем вот так вот сделать. Карту получаем с тобой. Вау, шикарная, кстати. Спортсмен. Американский футболист. Ага, 4-6. Он в любом случае, если сейчас что-нибудь не сделает, мы получит 4 в лицо. Капусту выставил. И этого ханорика, который растет. Придется, ребят, пропускать ход. Так, 2 в лицо он получает. Что будем делать с вами? Вопрос у меня вот такой. Что будем делать? Могу спортсмена поставить. Куда его влепить-то? Давай, наверное, вот так вот сделаем. И посмотрим, что он будет предпринимать. Этого, если что, я давану шаром, потому что одна единица энергии есть. Так, он делает неуязвимость. И еще одного ставит. Да ё-моё. Блин, как же нам тогда сделать? Да я думаю, что вот этого нужно раздавить. И у нас с вами, ребята... Ох ты, 3-4 получил. С какого перепуга ты стал 3-4? Так, нам хилку дали. Пока, я думаю, не будем ее тратить. Сохраним. Здесь обмен. 2 в лицо. И тут мы не пробьем его. Он становится 3-5. Вот этот вот. И вот теперь надо подумать. 3-5. Если я поставлю медика... Или все-таки йети влепить? Нет, наверное, все-таки я влеплю сюда медика. Вот, захиляем нашего героя. Одну единицу я специально приберег на отхил или на безумие. Посмотрим. Да ты запарил, блин, ну... Выставляет кого, а, здесь? Так, безумие. Безумие срабатывает только при уничтожении растения, так что... Пока это бесполезно все делать. Что ты там? Вытягивает две карты. Ну, конечно же, конечно же. Что может быть другого? Две карты он вытягивает. Теперь нужно от этого защищаться, а? Как мне защититься вот от этого репейника, ё-моё? Давай сюда поставим. Мне кажется, что опять мы тут сфейлимся. Тут тупо обмен будет. Тут 2 в лицо он получит. Здесь мы семерочку с тобой можем. Ты не припухли, а? Выставляешь. Где ты их берешь, блин? Я не могу их даже отравить, друзья мои. Я могу только хильнуться и поставить безумие. Вот это я могу. Это все там крепчает. Безумие. Слушай, куда? Сюда, наверное. Давай я сюда поставлю безумие. Поехали. А этот с каждым разом растет и растет, да? Так, давай в лицо ему теперь. Так, и еще 8 мы с тобой получили. Что нам там достается? Не знаю, ребята, тут очень все плохо.
Все очень-очень плохо. Как мы будем тут с тобой творить наши дела, я не знаю. Прикрыться здесь. Так, 8 тут получим. И тут пятерочка светит нам. Что это за растение такое? Откуда он его берет? Так, капусту выставляет. Естественно, ребята, он будет сейчас любых чудиков здесь выставлять, лишь бы... Кого он усилит? Капусту? Если я сейчас, ребята, применю какое-нибудь заклинание, этот чувак вырастет, да? Да, при использовании приема... Ох, твою же налево. Он станет 6 с копейками. Блин, горелый. Фух, ну ладно. 6-3. 7-4. По-моему, я сам себе подписал смертный приговор, ребят. Верно? Блин, он выжил. Все, ребята, меня разбомбили в очередной раз. Чего ж так не клеится? М? Разгром, почему ты меня подводишь? С тобой никогда таких проблем не было. Давай-ка я гляну на твою колоду, может быть, ее маленечко изменить. Так, у нас очень много с тобой всяких заклинаний, которые нам, как бы сейчас, по идее, в принципе, и не нужны. Верно? Очень много заклинаний. Давай, наверное, мы с тобой кое-что здесь все-таки удалим. Вот этого уберем. Так, могу позволить себе рояль, который будет уничтожать сразу же, да? И вот это могу себе позволить. Давай добавим. Это уже на крайний случай. Но вдруг, ребят, нам понадобится кого-то убрать. И чтобы это было быстро и безболезненно для нас. Видишь, какие-то кактусенки выставляет свои хитрые. О, вот эту карту я оставлю, а вот эту, пожалуй, заменим. Вот так вот. Значит, первый у нас с тобой будет это чувак со змеей. Так, наносит 2 единицы урона за каждую линию, да? Это сколько он получит? Ты прикинь? Он мне оставил 10 хп. Раз, два, три, четыре, пять. Да, 5 линий. За каждый удар, ребята, он мне... Так, давай, выставляем. Да ёпрстед, вот начинается у него, а. Вот из-за этого мы и проигрываем. Он сразу наносит урон мне. 2-2 стал чудик этот. Ну, естественно, наверное, будем прикрываться с тобой. Я смогу его еще и усилить, ко всему прочему. Так. Давай, наверное, сделаем с тобой вот таким вот образом. А сюда поставим вот так вот. Окей. Жалко, конечно, потеряли. У него там, не забывай, еще будет карта наверняка добора какого-нибудь. Давай вот так вот сделаем с тобой. Если что, попробуем обменяться. Кого он там будет ставить сейчас? Капусту влепил. Так, еще и вытягивает карту. Че творит, а, жучара? Так, ну что, мы можем этого убрать отсюда. Верно же? Все, от одного избавились. Так, капуста тоже. Гудбай. Мне бы дожить бы до хилки, если честно. Так, все зомби получают 2 плюс 2. Окей. Так, куда бы нам лучше сделать? Давай вот так вот. Упс. Так, 6-4, неплохо, кстати. Неплохо. Но не забывай, у него есть кактусы, которые он любит выставлять. Например, уже выставил один. Давай, иди сюда, под уничтожение. Давай, давай. Вот так. Ах, мы не сможем его подбить. Зато он может подбить нас. 6 в лицо. Уничтожает, да? Так, ладушки. У нас неуязвимость не вовремя немножко появилась она, но мы можем с тобой вот так вот сделать. Поехали, друзья мои. Так, всего лишь 10 урона. У него, правда, сработает защита. Усиляет, да? 6-3. И плюс опять вытягивает карту.
Специально, что ли, сделал это, а? Смотри, что происходит, ребят. Окей, мы становимся неуязвимыми. Этого мы с тобой подобьем. Всем в лицо нам, конечно, неизбежно. Оу, что он там вытянул, я пока не знаю, ребята. Неужели мы сдулись? Нет, у нас сработала защита. И вот она хилочка, о которой я так долго ждал. Пока еще повоюем, ребят, пока еще повоюем. У него наверняка там есть перемещение или еще что-нибудь, да? Посмотрим. Он еще одного такого поставил сюда. Давай-давай, иди сюда, на расправочку. Так, наносит бонусную атаку, зашибись. И что нам здесь сделать? Мы ничего не можем, да? Хорошо. Так, этого уничтожаем. Мы с тобой получаем еще 7 в лицо. Короче, ребята, 4 атаки нам в лицо, и мы с вами сдуемся. Хотя нет, нет, нет. Еще пока не сдуемся. Мы можем с тобой хильнуться и заблокировать. Как? Вот так вот сюда поставить, что ли? Давай сюда поставим. Так, 2 энергии. Я могу поставить неуязвимость. А растение получает плюс 3. О-хо-хо-хо. Хотя, подожди-ка. Не все так плохо на самом деле. Я ставлю сюда неуязвимость. Погнали. По-моему, ему крышка, ребята. Сейчас Йети ему врежет. Все. Травяной кулак повержен. Фух. Да. Битвы такие эпические на самом деле здесь. И сколько у нас еще там с тобой боев? Еще 2 боя, по идее. Сейчас будет кто у нас? Ох ты, вспышка на солнце здесь появилась. Даже так решила меня наказать. Зачем, откуда у меня столько вот этой вот всякой заклинаний и тому подобное? Я не пойму. Карты, конечно, мне дали трындец. Ранней игры просто нет вообще. А он сейчас будет подсолнухи, нет? Нет, он не подсолнухи. Так, 1-1. Не хочу пока тратить. 2 в лицо сразу же получили. Мне опять же некого сейчас поставить будет, представляешь? И он тоже, кстати, никого не выставил. Шампиньон, который вот... Шампиньон я уберу. Мне кажется, у него там грибная поляна, ё-моё. Ну что, парень, все, допрыгался. Я, по-моему, сейчас тебя уничтожу. Надеюсь на это. Давай вот так вот выставим. Карту еще сделаем с тобой добор. Кстати, неплохо. 4-1 становится на этот ход. Я думаю, что он будет прикрывать. Наверняка будет прикрывать. Ага, ага. Я же говорил, что потратят что-нибудь. Оу, а это кто такой у нас? Вытягивает карту. Плохо, друзья мои, что вытягивает карту. О, отлично, отлично, ребят, нам выпало кое-что. Давай вот так, наверное, сделаем. Захиляемся. Так, фулл хп у нас с тобой. Блин, этого подсолнуха только не хватало здесь. Вот он как раз ему будет, ребята, вытягивать энергию. Безумие. Поставим сюда, чтобы его немножко пробить. Так. Ладно, сейчас вытягивать будет ему энергию дополнительную, ребят. Слушай, я думаю, что я здесь, наверное, пропущу ход, знаешь, для чего? Для того, чтобы применить газовый баллончик. Он уничтожает мне зомби. А я сейчас вот эту штуку применю. Оу, тут же 2 или меньше, ё-моё. Вот это я, ребята, я думал, что подсолнух тоже смогу уничтожить. Думал, от 3 действует. Нифига, от 2. Так, Йети, что он там? Смотри, сколько копит энергии себе, а? Смотри, просто... Слушай, я могу вот так вот сделать. Отнять у него 2 энергии. Но подсолнух все равно еще будет жить. Слушай, ты не заколебал ли, а? Ладно, пускай тратит, пускай тратит. Я это потерплю. Что, у него там 3 карты? Так, что у нас здесь? Вот, пошел отсюда. Допрыгался кузнечик. Кажется, ребята, он допрыгался. Если, конечно, у него там не какие-нибудь супер-имбовые карты, которые он сейчас будет выставлять, и я буду просто опупевать. Короче, выставляем от этого зомби с неуязвимостью, да? 4 энергии. Все, я больше ничего не могу поставить.
Да ладно, тебе здесь не жить. Ты в курсе? И я еще могу сделать... Да, я вот так вот сделаю. Это мало того, что я еще вот так вот бомбану. Ну что, 4 в лицо получил. Он довольный, я смотрю, этот... Вспышка на солнце. Мы с тобой можем позвать еще сюда. Вот так вот. Зомби в броне. Так, 4 карты у него в руке. Да ладно, успокойся. Вытягивает карту, понятное дело. Но это ерунда. Погнали, ребят. Бумс. Получи. Так, у него всего 9 хп, плюс сработает у него броня. Броня сработает ли? Вот в чем вопрос. Мне еще 5 энергии. О-о-о-о. Мы еще можем с тобой сделать... Нет, вот так я лучше все-таки сделаю. Поехали. Будем занимать все с вами поля вот эти вот внизу. Да-да-да-да-да, конечно. Явился, не запылился. Так, наносит 3 единицы урона. Все равно не подобьешь. А, ты потратил все свои фруктовые миксы? Ради бога. Твое дело, парень. Но в любом случае ты сейчас хлопочешь. Ага. Да не гунди. Срабатывает защита, и зомби получает минус 2, минус 2. А, я даже в броне, в неуязвимости получаю. Слушай, вот этого я не знал. А как ты на это смотришь, парень? Надо было немножко не так сделать. Хотя все нормально. Он сейчас появится, да, и все получат неуязвимость. Смотри, что делает жук. Он все думает, что он наберет здесь энергии солнечной. Я знаю, что еще сделаю? Вот так вот. Все зомби получают... Вау. Слушай, я думаю, все, шансов у него на выживание здесь нету. Да, ребята, вспышка на солнце нам проиграла. И теперь, я так понимаю, мы опять идем к травяному кулаку. Именно он здесь будет боссом. Не знаю, мне почему-то разгром нравится, ребят. Потому что у него самая такая имбовая колода. Прикольно, прикольно, но я заменю пока. Эй, хорош. Да дайте что-нибудь по-человечески-то. Блин, дали тоже мне. Офигеть. Так, какие условия? Травяной кулак начинает игру с плюс 4 единицы здоровья. Ваш герой начинает игру с минус 4 единицами здоровья. Во всем виноват этот безумный Дэвид. Или как его там? А при чем здесь Дэвид? Что он там опять нахимич? Ты прикинь, он сразу делает свою суператаку. У нас с тобой 6 хп. Нет, такому не бывать. Трындец, конечно. Призрака мне дали. Так, ну давай сюда поставим. Опачки, ребята, помним. Мы этого помним, чудика. Что он делает? Он будет у нас сейчас расти с каждым разом. Его нужно уничтожать в первую очередь. А как мне сделать? Кем мне это сделать? Есть челюсть. 2-4 он стал. Так, давай мы его атакуем. У него 1-3. Да ё-моё, он достал, а? 1-5. Чё ты елозишь-то тут, как этот... Переместился бы вот сюда, бы звезднул бы разочек. Нет, он тут прыгает, скочит, как кузнечик. А этот все будет расти, друзья мои. В офигенной пропорции. Блин, этот травяной кулак, а как же он достал? Ребят, сейчас усилит его, больше чем уверен. Конечно же, зачем ему усилять подсолнух? Подсолнуху и так сейчас крышка будет. И еще в разок в лицо. Так, кто здесь у нас? У нас безумие. Безумие мне пока тратить незачем. Блин, не хватает совсем чуть-чуть, ребята, совсем чуть-чуть. У него сейчас 8-8. По-моему, все, мы тут отыграли с вами. Меня сейчас расклепают, друзья мои. Да. Быстро, быстро. Я вот этого растения как раз и боялся, ребят. Вот именно вот этого вот. Он легендарный, оказывается. Сейчас мы попробуем, ребят, переиграть по-быренькому. Надо как-то его законтрить. Вот как это сделать?
На первом ходу нам его не поймать, это однозначно. Так, может быть, оставить. И вот эту я, наверное, поменяю. Ранней игры, как ты понимаешь, у меня нету. Мне кажется, он знает. Поэтому сейчас стопудово это... Да понятно все, не надо тут ничего делать. Блин, у него начинается вот это сразу. Супер ульта. 6 единиц здоровья мне оставляет просто слету. За 2 единицы я ничего здесь поставить не смогу. Понятно, я пропускаю. Он, кстати, тоже пропустил ход. Нет, нифига он не пропустил. Нифига он не пропустил, ребят. Так, минус один, минус один. Давай. До свидания, парень. Мы в лицо получаем. Окей. Что он там сейчас будет делать, я не знаю, ребята. Фруктовый микс свой использовать или что? Всего лишь 5 урона нам в лицо, и мы сдулись. Естественно, он выставляет мину. И вот этого гаврика. То есть... А, этот неуязвимый. Ну, не знаю, ребят. 2 в лицо-то в любом случае мы с собой получим, так ведь? И у нас всего лишь 3 хп. Ну, это как ты прикажешь мне здесь быть? Йети позвать на помощь? Так этот усилится потом, со временем. Ох, как тяжело, ребят. У него 3 карты всего, в принципе, это неплохо. Но он усиливает. И, как всегда, вот этого. Нет? Хм. Странно. Так, что нам тут там выпало? Я, пожалуй, наверное, хотя... Черт, узнать, оставить, не оставить, бомбануть. Давай вот этого, наверное, уничтожим. Потому что он с каждым разом все растет и растет. 2 карты у него, ребята. Этот стал 5-3. Найдется у нас управа на него? Я думаю, найдется, если мы с тобой... Вот так вот сделаем. Так, карту какую ты мне дашь? Моржа. Зомби с моржом. Смотрим, друзья мои. Твою ж налево, блин, выставил этот. Ну все. Блин, а как быть-то тогда? Как мне его победить, а, друзья мои? Что-то он как-то тут лютует. Дай-ка я кое-что посмотрю. Ну что, друзья мои, давайте еще одну партийку попробуем сыграть. Нам нужно победить этого травяного кулака. Это наш босс. И смотрим. Так, вот эту заменить. Блин, че ж так плохо-то все, а? Ладно, постараемся. Карта сумоиста, это, конечно, хорошо. Мы можем к себе перетянуть любого зомби. Так, у нас нету с вами первого хода. Поэтому пропускаем здесь все. И ждем. Он, кстати, не стал почему-то делать свой удар. Обычно он делает массовый удар, да, который наносит нам... Офигеть, сколько урона. Так. Иди-ка сюда. Допрыгался? Кузнечик. Так, поехали, сейчас мы его уничтожим. А то бы он тут начал развиваться. Нет, не в этот раз. Так, теперь я выставлю, наверное, охотника. Он сейчас, наверное, сделает свой травяной удар. Мне кажется, так будет. Сейчас посмотрим. Начало хода 1 плюс 1, значит, собирается его пробафать. Ага, и неуязвимость вешает. Замечательно. Слушай, а я могу, например, валуном его бомбануть? Ну-ка. Отлично. Значит, неуязвимость не работает, ребята. На заклинание, только лишь на атаку. Окей, 20 хп у него осталось. Я, наверное... Или поставить. Я боюсь, что он сделает кулак свой. Я пропущу, пускай он там ищет, рыскает. Так, а вот это плохо. Я могу поставить, в принципе. Так, растение получает минус 2, минус 2. Вот это мы с тобой, пожалуй, и применим. Вот, и, соответственно, мы с тобой его добьем. Погнали. Пока. Орех. Так, еще 2 в лицо прописали ему.
О, чудесная карта, кстати, у нас тут появилась. Пропускаем ход. Давай смотреть, что он будет делать. Призадумался. Это хорошо, что он призадумался. Так. Вот, значит, таким макаром он решил сыграть, да? Этого мы с тобой уничтожим сейчас. Хотя, нет, не надо даже ничего здесь трогать. Мы с тобой... Вот так вот сделаем. Пока, роднуля. А здесь мы поставим с тобой неуязвимость. Погнали. Ребят, атакуем. Два в лицо. У него срабатывает защита. И сейчас наверняка у него выпал... Да, наносит 2 единицы. Хорошо, что вот этот у нас выживает. Потому что он или не выживет. Выживет. Но у нас всего лишь 10 хп. Это плохо. О, хорошая карта выпала нам, друзья мои. Ну-ка, давай-ка мы сделаем с тобой, наверное, вот так вот. И у нас есть с тобой безумие и есть усиление для зомби. Так, у него... Я так и думал, что он будет ставить именно вот этого вот олоха. Так, давай, прикрывай. Красавчик, тут орех. Сейчас за орехом побежит. Дурачок-то этот. Блин, 5 в лицо-то не хотелось бы, если честно, получить. Давай, наверное, мы с тобой усилимся хорошенечко, да? Вот таким вот образом. Ну, поехали. 5 в лицо неизбежно мы с тобой схлопочем. Так, орех этот недолго здесь поживет. Менеджер. Друзья мои, мы делаем с вами вот так. А теперь вот так. Я надеюсь, он сюда никого не поставит. А ведь он стопудово влепит кого-нибудь. Или за орех поставит, или вот сюда. Он задумался. Усиливает, да? Понятно. И орех еще сюда поставил. Вот охламон. Так, ну мы с тобой неуязвимость получаем. Погнали. Ага, нет, вот у него карт, кстати, не осталось. И это, кстати, очень хорошо. Это очень хорошо, но у нас тоже не особый тут выбор. Так, этот подрос. Так, а что он делает? Все зомби получают 2 плюс 2. А ну-ка давай вот так вот с тобой сделаем. Опачки. Вау. Опять я немножко неправильно сделал. Надо было вот этого вначале вызвать, а потом уже бафаться. Ну что же, у него всего 1 карта. И это какая-то капуста никчемная, ребята. Давай-ка мы с тобой вот так вот сделаем. На безумии пробьем его и в лицо ему еще 7 урона. На! Отлично. Так, минус орех. Да иди ты. Все, ребята. Наконец-то, наконец-то мы побили этого травяного кулака. Тяжело мне даже уже за зомби стало играть. Но, тем не менее, все-таки выкрутились мы из этой ситуации. Друзья мои, у нас потом идет штурм замка и начинает у нас Роза. Да, будет интересно на все это посмотреть. Ну, а на этом, пожалуй, я буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!